Так, соседскую собаку слышно, а вот Джокер что-то притих. Что же это он делает-то? Ну-ка. Ё-моё, здравствуйте. Как ваши дела? Я так понимаю, Джокер, моя комната скоро будет без мебели, да? То есть ты принялся грызть дверь. Вот это, скажи, вот это у меня находочка. В общем, чтобы вы понимали. Я не знаю, напишите в комментариях, кто знает, для чего нужны такие заглушки. Ну, двери у нас уже, дверь у нас входная. В комнату уже начинает становиться все меньше и меньше. О, прекрасно, еще ремонтик. Заглушек начинает становиться все меньше и меньше. Ну, Джокеру по кайфу. Класс, скажи, да? Я вот вынул заглушечку и продолжаю ее кушать. Ну, ты даешь, дружочек. Все, я отобрала. Я же говорю, вот это вот на нервной почве, скажи. Я начинаю чесаться. Почесать, да. Придется послушать сверлёжку соседей. Давай. Давай, давай. Бананчик тебе. Ну, держи, что ты. Не, я тебя не буду держать. Сам ешь банан. Джокер очень сердится на меня, потому что я ему мешаю оставлять свою комнату без мебели. Он практически начинает сгрызать уже вот эту вот тумбочку, двери. Ну, вот как-то так. Что, не получилось? Так, где мы кушаем? Давай-ка иди в клеточку, пожалуйста, там и ешь. Не надо на меня обижаться, понятно?